Заяц идет по лесу, а навстречу ему медведь. Говорит, слушай, говорит, косой, хочешь вертолет покажу? Ну, заяц в уме представил вертолет. Говорит, ну покажи. Медведь его хап за подмышку, уши закрутил так, что ж трещат. И отпустил, и заяц, как вертолет, уши крутятся, улетел. И там разбился. И потом на следующий день такой стоит заяц такой, перевязанный весь костылем, уши забинтованы. Медведь идет, говорит, медведь, чего? Говорит, хочешь, вертолет покажу? Ну, медведь представляет зайца со скрушенными ушами. Ну, покажи. Ты, говорит, глаза-то закрой только. Ну, медведь закрыл глаза. Заяц берет костылем со всего маху, треть ему по башке. Медведь упал, говорит. Заяц говорит, нечего под лопастями стоять.